Девочки, девушки, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале, и сегодня мы с вами говорим на такую тему, как можно ли кричать на своего мужчину, можно ли, нужно ли это, и к чему это может привести, если действительно использовать данный метод. Вы на канале с Аленой, здесь мы говорим о самом главном, о вашей психике, о вашей физике. И вот такая у нас сегодня с вами тема. Я бы сказала, что если вы хотите чего-то серьезно добиться от своего мужчины, здесь мы абсолютно не будем говорить о чем? О ругани, о взаимодействии, которое не приносит никакого результата. Если вы кричите на своего мужчину, если вы допускаете такие вещи, как ор, крик, компульсивная история, иногда даже побои, то, соответственно, вы нарушаете внутреннюю свою безопасность, женственность, и это забирает у вас молодость, здоровье и красоту. Я бы сказала, что если вы хотите сохранить себя долгие годы в порядке, обязательно катастрофически откажитесь от того, что ваш мужчина должен быть идеальным, или он должен быть каким-то. И для того, чтобы этого всего не происходило, вам очень-очень важно разобраться с собой. Почему? Почему это происходит? Почему вы пытаетесь у мужчины добиться чего-то криком или ором? Если есть другие способы, узнайте о них. Это же так реально узнать о том, как можно воздействовать на своего мужчину без крика. Когда мужчина слышит часто крик, у него возникает отклик нервный. И он может какое-то время это терпеть, иногда даже приспосабливается, но потом это становится очень сильной болью. Для того, чтобы это перестало вас беспокоить, я рекомендую вам действительно обращать внимание на то, что вы делаете, что вы создаете, какая энергия вокруг вас. И если вы в плохом состоянии, в плохом самочувствии, разрешайте это у психотерапевта, но никак не у мужчины, потому что именно мужчина может сделать вас дополнительно счастливой. Поэтому, дорогие девушки, дорогие женщины, перестаньте кричать, начните объяснять и решать свои вопросы с самой собой. Это очень важно.